Друзьяшки, всем привет еще раз. Я поехала в Walmart. Вспомнила, что я купила Вовке когда-то кроссовки. А он их ни разу не надел. Они еще там с бирочкой. В общем, они ему маленькие. Поеду сдавать, потому что каждый раз, когда я не приходила, после Черной пятницы, там был миллион народу. Поэтому сейчас попробую еще раз. И еще раз вам покажу, как это легко и просто сдать товар в Америке. Не нужно не напрягаться, ничего. Подаешь товар, чек, один пик на кассе, и все. Пойдемте. Короче, иду в Walmart. Смотрите, какое опять небо. А голубое, голубое. О, опять очередь. Короче, в общем, вот такая очередь, человек, наверное, 10, но я же второй раз прихожу, поэтому постою, у меня время есть. Такая очередь, потому что после Черной пятницы очень многие там понахватали всего подряд, и сейчас все это сдают обратно. Вот так. В общем, ребятушки, я так замечталась. Простояла в очереди где-то минут 10, все сдала за 3 секунды, деньги мне дали наличкой. Сейчас пойду куплю каких-нибудь продуктов. Давайте вместе с вами пойдем. Так, что нам надо? Что нам надо? Нам надо виноградик. Так, вот смотрите, рубль 82 за паунд. Да, все помним, что паунд это... 4,5. Ну, можете 4,5 считать. Кому, конечно, как. Так, что-то красненький какой-то мелковатый. Но мне не нравится здесь. Какой-то красный. Сейчас посмотрим здесь. Вот черный есть просто огромный. А, вот этот уже не такой красный. Так. Этот получше. Возьмем этот. С другой грядки, наверное, он какой-нибудь. Так, ну смотрите, вот попадаются пустые полки. Порадуйтесь, те, кто злорадствовал. Так, травы я сегодня уже купила, но я ее уже почти всю доела. Вот микс органик стоит почти $3. Сейчас мы какой-нибудь из них и возьмем. Сейчас мне надо быстренько пробежаться, потому что у Егора сегодня какая-то лекция будет в 7 часов в школе. Мне надо его будет свозить. Так, яблочки. Apple. Все знают. Я, господи, боже мой, тоже выучила, что Apple это яблоки. Сейчас еще помидорки возьму. Подождите. Подождите. Как я быстро бегу. Сегодня снимала в Пабликсе. Мороженое. По-моему, в Walmart его не меньше. Мальчик просил. А, он просил мороженого, и он сейчас со мной уедет. Так, где наша соленая карамель? Любимая, ее нет. Другой ничего брать не буду. Потому что мочи уже купила. Сегодня новый вкус. Тасюшка еще не видела. Так, иду в мясо, рыбу. Мясо не буду брать. Мясо есть, рыбу я давно не солила, хочу посолить. Надо же мне вам семгу-то показывать, ёлки-палки. Еще только большие кусочки остались. Вот смотрите, цвет какой разный. Производитель один, а цвет разный, странно. Что-то рыба мне не понравилась, не буду. Вот возьму это филе бедрышек, $12. Представляете, у меня дети старшие становятся потихоньку зожниками. Я вот не знаю, вроде бы это такая мода сейчас среди ребят в старшей школе, потому что они берут с собой каждый день ланч, мяско и овощи. И говорят, что мы не покупаем там никакие в буфете в школе дополнительно ничего вредного, стараемся есть полезную пищу. Вот так-то. Но хотя, честно сказать, дома они потом
наверстывают и отрываются чипсами или еще какой-нибудь вреднятиной. Вот что есть, то есть. Так, а тем временем я взяла яйца органик. Так, все остальное я вам показала. Молочко сейчас возьмем. Кстати, вот я вам показывала уже соки, да, что соки все натуральные и хранятся вот в холодильничке. Мы такие очень любим. Все производится здесь, ну, даже в этом штате. Вот. Есть, конечно, химозные соки, но они стоят в зале и не в холодильнике. Так, вот молочко. 3,09 за галлон. Значит, а большое не хочу брать. Возьму поменьше, вот рубль 85, потому что у нас холодильник забит, ставить просто некуда. Блин, хотела вот овсянку взять, 4,14, но это каша, которую варить одну минуту, она не полезная. Я люблю такую хорошую овсянку настоящую, которую нужно долго варить. Вот, сейчас, но здесь нет, я, наверное, Whole Foods все же ее куплю, я там покупала, мне понравилось. Так, еще, наверное, Орео возьму с чайком пить. Так. Это мега. Стоф нет. Слушайте, я не буду здесь Орео брать. Я вчера смотрела Владимира из Нейплса. Он брал в Пабликсе. Да. Заеду сегодня в Пабликс. Там, кстати, акций очень много бывает. Спасибо, Вова, за такие чудесные обзоры, потому что многие, кто живет в Америке, я знаю, смотрят и берут у друг друга что-то полезное. Мне, допустим, очень вы помогаете. Спасибо, ребят. Ой, боже мой, смотрите. Рукой задела прям, ну такой мякиш. Почти $15 пижамка. Все, сейчас на Крисмас. Вот всякие разные тут. Лапочки такие. Халатики. Вот пижамка 11, ну почти $12. Санта Бэйби. Ребят, как все здесь вот прям утепусечное все. О, смотрите, красненькое, еще и носочки с тиграми. $15. Красота. Вот смотрите, целый стенд формы для печенюшек, для рождественских. Формочки для мороженого, скалки, все такое фирменное. Ой, фирменное, говорю, брендированное. Досточки. Какая красота. Все для того, чтобы вам захотелось на кухне что-то сотворить. Вон какие наборчики. Кисточка, венчик. Пролясно. Класс. Ну, здравствуйте! Кого-то мне этот олень напоминает. Напишите, кого он напоминает вам. Ну, такой холёсий. Это вообще прямо шедевр. Тут уже все и мишура пришита. Мне так интересно, для кого это. Не останавливайся! Класс. Так, начинаем. Взвешивается сам виноградик. 5,19. Так, второй виноградик. Пикнули, взвешали. 4,48. Так, сейчас отключусь. Вот, смотрите. $43 составил мычек. Какой-то свет плохой. Ну, в общем, Остапа понесло. Смотрите, хочу купить сковородочку в Уолмарте. Вот такую за $17. Да, господи. Или вот такую. Ну, я вот про эту фирму читала, Pioneer Woman. Но она стоит дешевле. Я просто яичницу жарю, когда по утрам у меня уже она прилипает, то есть та уже не очень хорошая. Короче, мне нравится вот это вот. И отзывы я читала, возьму вот эту. Еще, кстати, маленечко стебануться по поводу Первого канала. Видите, да, коробки вот эти стоят в проходах, потому что ну, некуда ставить товар, места нет. Смотрите, заставлен весь магазин.
Ну, Walmart очень большой магазин и очень недорогой. Ну, наверное, самый недорогой считается. Вот. Всего много. Ну, теперь смотрите, Остапа понесло. Началось все со сковородки. Я решила прикупить еще ящички. Инструменты меня раздражают дома, которые лежат. И вот это вот Тася поставлю в ее большой шкаф под трусики, под носочки. Еще взяла водички, лук, полотенце. Так, сковородочку, да. Вот. Водитель просит его не показывать. Он сильно красивый, поэтому стесняется. Вот. Такая тишина, обожаю по Walmart'у гулять, когда уже под вечер, никого нет. Супер. Ой. Смотри.